Похоже, это был последний. Стоп! Всем приготовиться! Замечен транспортник со страйдерами на борту. До высадки около минуты. Соберитесь! Сейчас будет очень жарко! Со стороны кранов. Еще один у лесопилки. Они появляются отовсюду. Сейчас у водонапорной башни. Еще не все кончено! Еще один страйдер у лесопилки! Еще один у кранов! Приблизились к шахте. Еще не все кончено. Еще один страйдер у лесопилки. Еще один у кранов. Thank you.
еще один страйдер у лесопилки. Еще один у кранов. Еще не все кончено! Еще один страйдер у лесопилки! Еще один у кранов! Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно! Спасибо, Фриман! Получилось! Мы отстояли базу! Хорошая работа, ребята! Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно!
Гордон Фриман. Отлично, Гордон. Спасибо, Фриман. Спасибо за помощь, Фриман. Отлично. Это было круто. Гордон, ты был великолепен. Идем. Готовы к запуску. Проверка, да. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Хорошо, это завершено. Поисковый маячок, это тоже можно вычеркнуть. Вспомогательное оборудование Глайнер. Подожди минуту. О, Фримен. Я вижу, устройства Магнусона сработали безупречно. Я... чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что... спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Полезный груз, то бишь спутник, на галочка, галочка, галочка. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверял? Это что такое? Полет прерван. И снова лифт. Других... это старая запись. Нет никаких других баз. Если полет прервется, нам останется надеяться разве на то, что ракета упадет на голову врагам и передавит всех до единого. Проверка рабочего состояния спутника. Скорость ветра на различных высотах. Точность показаний оставляет лучшего. Но придется работать с тем, что есть. Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают...